Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Hockey Brothers! Ребят, как вы поняли из названия, сегодня у нас в гостях Никита Филатов. Йо. Все знают, кто это такой. А, ну точно. Это прямой конкурент по ровности бороды Захару, наверное. Поэтому у нас сегодня команда Корнея против команды Никиты. Вот тут мы сейчас схлестнемся с тобой. У Никитоса будет три игрока в команде, считая его, потому что он гость и будет делать по две попытки. Ребят, в нашем телеграм-канале в закрепленном комментарии наши друзья из FunBet подготовили для вас 2000 фрибетов по промокоду HB2000 при регистрации новых пользователей. А также они поддерживают такие клубы, как Локомотив Ярославль, Магнитогорский Металлург, Салават Юлаев и всю Лигу КХЛ, даже Александр Овечкин является своим амбассадором. Ребят, переходите в наш телеграм-канал, регистрируйтесь. Мы начинаем, поехали. Как ваши дела вообще? Отлично. На самом деле, мне не особо интересно, как ваши дела, но из вежливости, из этикета надо будет спросить. Точки простые. Теф, это я тебе объясняю. Точки простые. Скорее всего, будет броски с усов. Броски с усов будут. Зазаездился, Ковач, зазаездил. Да ни разу вообще в жизни. Я выберу силу. Задача какая? Выигрывать? Конечно, или чтобы повеселее было? Это будет... Копыч! А вы что думаете? Фанат. Иди к нам, блядь. Я вот... Давай, успех его, пацаны! У меня административный ресурс. Что у нас на канале? Ничего, сегодня дружеская игра. Так а что вы там переживаете, ребят? И, кстати, мы будем совместный розыгрыш в нашем телеграм-канале вместе с Никитосом. Условия расскажем в конце. В каких командах вы играли? В двух. Ты в НХЛ, что ли? Я говорю, я сказал либо в двух, либо в трех. Да, даже не скажешь по нему, что он в НХЛ не скажешь. Но ты в НХЛ не играл? Я не играл в НХЛ, только на джойстике. Ребят, первая точка, броски сов, поехали. Не, честно, я был фанатом Никиты. Ну, я типа без шуток, бля. Я обожал смотреть чемпионаты мира молодежные. Я, по-моему, с Черепановым, да, играл тогда? В 2009 году. Я перебью. А ты на молодежь чемпионат мира с Черепановым уже играл? Да. Вот, я говорю. С кем играл? С Черепановым. Я просто фанат молодежи чемпионата мира, я был его фанатом тоже. Ты же был да один все из лучших. Да все были фанатом Никитоса. Я думал, Никит Филатов просто ведущий. Ты его... А вы мне говорите, ты что, профессиональный хоккеист. Все, то получается нельзя ударить грязь лицом, правильно все? Черенок! Черенок хоронит всех. Корней, как дела, Корней? Никит, сколько говоришь? 5 лет? Подожди, Никитос, у тебя еще будет, подожди. Иди не сюда, торопись. По очереди. На, ёпта! Нет! Все. Да ладно, давай, говоришь, голова. Нет. Есть два варианта развития событий, либо сильно, либо слабо. Чтобы он предполагал. Говорят, когда в штангу попадаешь, сразу проигрываешь. Более волнительно, потому что вратарь молодой. Первое, этого не убить его, второе, надо забить. Че, давай, я за голова. Я тебя под первым номером задрафтовал. Да. А он-то забьет же Егорику. Я знал, кого брать. Нет. Там Егорик просто голодный. Пора Егорке сбивать этот настрой, вот этот, когда он включил этого Гаша, как терминатора какого-то. Еще Никитос сейчас будет. Да нет же. Ребята, надо было, что а что за день? Она это Егорик. Никитос, ты последний. Надо забирать точку, Никитос. Так это бенефис Никиты Филатова. Не зря он за торпедо топит. Ребят, 1-0 после первой точки. Мы переходим сразу же. Да, классику 2-0 по 3 раза поехали. Беленький первый. Да, это ответственность. Вторым я взял, вторым. Со сменой мест. На точку. Ну ладно. Никто не атакует, а пешки много отдали. Это леди. Слышишь? Московский. Никитка, это тебе не в студии на стуле разговаривать. Голы забивать надо, ё-моё. Чтоб Игорь Николаевич потом выпуск посмотрел, сказали, пацаны, молочки, и все. Я буду один разговаривать. Понятно. Ну как так-то? Почему? Нет, не от него воняет. Я тебе говорил, да. От вас воняет, блин. Вы почему не забили броски с усов? Потому что мы гостеприимны, чтобы Никитка себя почувствовал уверенно. Сейчас, может быть, тоже так же сделаю.
Это все очень аккуратно. Ага. Хорошо! Я просто не ждал уже эту передачу. Я просто уехал туда за ворота. Мы здесь не делаем сходу, мы полчаса стоим еще. Как разыграть, как забить из-за ворот? Челлендж для Севы. Нормально. Копыч готов, погнали. Говяжий гол вы забили. Хорош! Мужчины! Идите нахуй! Да не подходи ты к ним, они, Делись, конечно. Нет, ну надо как. Вот он все время, типа, я в команде, я топчик, я забиваю, деньги выигрываю. И сейчас такая же, он ничего не сделал, блядь, а понтов, блядь, чувствуешь? Шишку, блядь, найду. Почему? 2-1. Не, мы просто это специально на самом деле. Я после болезни. Ты после болезни, я просто труп. Делать не вид, что так и должно быть просто. Никит, смотри, я думаю, они не решат сейчас. Это гол. Я же говорю, не решат. Сайгак! Второй точке счет 2-1, ведут черные. Мы переходим сразу же на буллиты. Поехали. Буллит. Это твой самый сильный... Самый сильный твой отрезок, да? Самый сильный. Ты первый выбирал, ты первый начинал. По болезни. Григорий будет медленно делать. Или быстро. Я брось в очко. О, ну ладно. Там, да? Не было, радуется негодяй. Сидит там с Анжеликой, с моей любимой, еще я голы про него не могу забить. Но ты честный спортсмен, да? Ну о чем я, брать? По камере все видно. Покажи. Ты. Давай за ним. Ты стопанул, надо было... Говяжья голова! Прямо с Зимбровин идем прям. Что за дичь? Бля, у меня борьба с Виком, бля. Надо было Анжелику позвать, я что-то тупанул. Прекрасно, Анжелика, все ради тебя этот канал создан. Миша! Мишка! Мишенька! Ты соскочишь? Да. Ты не соскочишь? Бля, сам перемудрил. Сам себя. Что перемудрил? Егорик там просто, бля, в моей жизни играет. Что, а у него отец. У Егорика мать жизни просто. Бенефис. Человек просто ловит все. Егорик, молодец. Ну че ты, Денискин, е-мое, блин. Сам себя, бля, перепутал. Перемудрил. Поэтому не заиграл. Мистер, схожу. На неудобную буду убирать. Сойдет. Все-таки либо соскочит, либо попадет. О, хорошо. Это было хорошо. Лучше бы такое. Мне надо регбийные ворота закрою. Копыч, кто был твой любимый хоккеист, Копыч? Нет. А я скажу, Майк. Разин. Ты даже не видел, как он играет. Видел? Он задел ее. Не, он задел. Не, а как ты касание же сделал? Касание? Поэтому по касанию клюшки по шайбе было. Как, вот он так? Он ее отбил, потом ты забил. Да не забил он ее, блин. Подожди, недавно Булит как я только так забили. Ты где, блядь, находишься? Ты где нахуй? У нас есть эксперт в студии. Что, было касание клюшки? А, вратарской? Да. Не было. А в чем там проблема? Движение назад не было, ничего не было. Движение назад не было. Касание, я не знаю. А вот у меня эксперт, он как раз там работает. Нет, я думал, давай по его эксперту спрошу у тебя. Сева, был гол? Был. Получился фейк-бросочек. Как тебе, твои друзья? Да ну, я ж покраснел. Проиграем сейчас. У меня нет ног, у меня есть левая. Чего? Почему она мне все время выше летит? Эти уроды опять ржут надо мной. Я ненавижу буллиты просто. Отмените буллиты навсегда. Че, классика? Лушечка. Я не знаю, что такое классика. Классика. Ну давай, классика. Лушечка. Или крежечка. О, шиш. Классика не забить, да, я так понял, да? Классика родная. А, уж. Пойдет. Нормально. Пора порубиться, господа. Бля, как будет вас рубиться, у вас силовой экстрим? А что, я тебе не ебать не должен. Тогда 3-2 в зоне. О.
Соответственно, клюшки мы не переворачиваем. Ровно на 20 минут. Нет, я надеюсь, что разложат, ребятки. Тут такие. Че, ну у нас хорошие. У нас профессиональные хоккеисты. Ну он не играл давно. Это не важно. Сейчас. Смотри. Конечками отыграл. Фанасик, блин. Силовой хоккей. Уже приходите штучки свои. Фанатик давно не играл. Все, вернулся. Это надо под него. Ох, сейчас скидка будет. Ой, хорошо. Вот здесь вот. А, ну было дать пасик. На сетку. Вылезай, сетка. Это гол. Нет! Он не попал. И ровно время. Пойдем, Афанас, разбирать игру. Чего там не хватило, да? Там вот попал. Да. Да, блин. Не хотел просто через него пробивать. Прикопыч, ладенья, ладенья. Скидочка. Скидочка. А, я сам пошел. Все. Вот и все. А сколько лет не играет? 5 лет. Я тоже, блядь. Ну, он просто копчик форму одел. Ну, для Майи, кстати. Блядь, лучше был по 90. По молодым. Слушай, то, что было, меня, конечно, интересует. Я ну, смотрю, по факту. А шестой номер драфта. Просто так не драфтует. Копай! Я этого не видел, не верю. Понял тебя. Да хватит вопросов! У нас гол забей, пожалуйста, мне. Мне. Так, ну пусть я не полицу так можно зарядить. 5 секунд! Один, два, три, четыре! Дай еще. Время! Больше он не тоже бегал. Больше не тоже бегал. Да какой перерыв всю жопу в студии отсидел, дай побегать ему. Я чуть-чуть задышал. Где? Я не знаю, ладно. Вот Копыч. Могу похоронить. Блин, это скорее бешеная. Здорово, Копыч! На, второй шанс! Не-не-не-не, вторых шансов не будет. А что, Копыч цементирует, да, знаешь? Ребят, надо забивать! У нас там забегания у ребят хорошенькие такие. Но боюсь, без этого обойдется, без голика сейчас. Вон, Копыч уверен забирает. Ну чё вы не боретесь? Булит, ну я там, бля, банул. Я, может, в грена хожу. Без булит, давай, без булит, поехали. Глаз оружия, пусть он дает. Ну-ну-ну, ребятки, подвигайтесь чуть-чуть-то. Во-во-во-во. Без паса играем, ребят. Совсем. У-у-у, хорошие. Ребята, это быстро было, быстро. Видел, я видел такой Михаил когда-нибудь? Вот, здорово, придумал. Вот так вот и бывает. Не, ну мы считаем, что оно так и было. Должно было. Так подумано, да? Конечно. Копычи никто даже не трогает. Стрихтитники, он такой может показать, бывает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Брось, пожалуйста. Да, здорово. Спасибо. Люблю, когда Олежка на себя берет. Ребят, 3-2, ведут черные. Мы переходим на следующую точку. 3-1, атака сходу. Давай, старый, полез тебя. Не, ну смотри, Никита давно не катался, но в целом уверенно себя чувствует. Не отнять. Еще сколько ты поедешь, блядь, так не сможешь! Я думал, блин, красиво разыграем, бля. Красивый момент хоккея. Красивый момент хоккея, бля. Получилось, насрался. Хорошая была. Да охуенно, иди в защиту копаться. Если кто-нибудь этот набежал бы. Да куда набежал? Ладно, он так расстроился. Кто, Коп, да нормально все. Черти схему! Он обозначает. Ой! Вы еще вы, бля, постояли бы еще 20 минут, товарищи. Это ужас просто. Я там в касание добросал, но не сейчас точно, но ослаблю. Значит, как будет? Бля, горь, горло. Да ёп! Говяжья ты голова, копатый! Я не понимаю. Человек сегодня получил бенефис, бля. Я не понимаю. Ручки, ручки. Это же его слабая сторона всегда. Вот если бы ты знал... Я очень трём, бля. Просто молния разразилась. Я убежал, спрятался, а лучами как раз в шапку.
Вот здесь человек бросает. Она забить. Ну, летело сильно, конечно. Всех. Ну, это жестко, жестко так. Ты, конечно... Да, обосрал ее, извините. Вышел на лед играть. Согласен. А, я не знаю, что фанатик. Да пускай, пускай едет, блин. Ладно. Я так, что, я просто постоять пришел. Ну-ну-ну-ну. О, смотри, нормально. А ты говори, тему немножко. А что, Питер Миша Афанасов прихватил, сука. Если считать по плюс-минусу, я самый полезный в команде, видел? Два отбил, один забил. Какая-то я и дезмораль, смотрю, на лицах уже началась. Смотри, сейчас еще плюс один. Наверное, разыграл. Опа! Миша Афанасов! Бля, конечно, тяжелая команда у них. Чисто по игровому скиллу, у нас-то ветеранчики все. 3-3 счет, ребят, кроссбар на скорость. Краткий комментарий по Копычу. Мы впервые увидели эмоцию. Злую эмоцию. Последний раз, когда я играл с тобой в эту игру, ты попадал с первого раза всегда. 4-4 было. И в самом последнем выпуске то же самое было. Если ты сейчас вот зачем так если говоришь? Сейчас. Ты не попадешь? Я могу обосраться после таких слов, да. Мягенько, все. Смотри, сколько сходу, здорово. Первую проверочную дал, бля. Мальчишка! Как? Вы тянулись? Вы что, угораете, что ли? Куда он попал? Угораете, какая-то... Кого поем бар смотреть? Тогда булит, Копыч, тоже посмотри. Ну, где он раньше не был? Нет, смотри. А, стойте. У него первая шайба. Сейчас, подожди. Бум, и после его, да. Блядь, я первый попал. Я просто раньше, блядь, администратора команды обмануть хотели. Не, ну тут надо, чтобы корничек-то попал. Ну, ай, смотри, шут. Почти, блин. Слышите, блядь, да ты против батьки, блядь? 4-4. Это правда. Заточен под девятки. Я Никита. У меня грозный соперник. Звезда. Да, это. Давай, Копиточ. Прессуй сказку. И он с первой попал. Беленькие, блядь. Рыцари мои хорошие. Да, счет 5-4 повели белые, но мы не... Ребят. Есть еще конкурс. Да. Мы не можем оставить Никиту без цик. В смысле? Не, он не второй раз делал. Али, второй мы делаем? Тоже сахар? Ну, давай. Ну, Рахас не делал. Рахас. Ну, давай еще. У Рахаса там 70% попадания. Ну. Рахасик просто перегорел маленько. Ребят, цикл челленджи без вратаря продолжается. Конечно же, мы не можем оставить без бросков в центр. Попасть вверх. Центр, попасть. Ты справишься? Вверх. Не уверен. Можно либо чтобы она. Либо она перелетит, ой, либо не долетит. Давай, это прорыв. Ой, как удобненько. Здорово! Ой, хорошо! Здорово! Принимай! Пограничник! Пограничник! Это батрал с Денискин! Ладно, я же тебя просто забрал. Счет какой, ничейный же. У нас счет 6-6. Миша! Спустя полгода начал. Ёпта, еще щелкать собрался. Эй, говяжий. Твой боец. Плюс один у белых. Ну и ошибка есть. У тебя хорошо получается. У тебя первое просто случайно. Звонок другу. Смотри, если тебя второй раз не попадешь, это закономерно. Гоу прэшн, знаешь, гоу прэшн. Бля! Я бы охерел, чтобы так опять попал. Да. Ребят, счет 7-6, идут белые. Мы переходим на последнюю точку. Корней, как она называется? Корней челлендж. Хорошо, Пашка! Подожди, Никитос, Пошли. Подожди! Торопится. Я не могу, как Майкл Джордан, с закрытыми глазами вот так. Не надо. Бросай сразу две. Низом можешь. Как он эффектно упал. Ты можешь низом. Давай вторую сразу. Это вообще не мое. Да все, это твое. На,
Штанга турбанская. Всяко бывает. Говорит, ближняя, надоела ты мне. Все четко. Все четко. Кто убил белый? Повели. Хорошо. Сетка попала, потом не с той стороны. Блин, такой. Миша сравняет ли? Последний бросок. Он не попадет. Смотрим. 100, 100 ставлю. 16 попадет. Алло, алло. Поближе, борт. Нормально. У нас проблемы были с, немножко с игровыми, но я всегда подкручиваю на этих. Было недопонимание. Да. Меня ты не выиграл. Ты выиграл мою команду. Ну, сыграй с ним один на один, мини-буллит сделай. Давай. Мини-буллит и по три раза. Давай, Корней против Никиты. Мы за тебя, Никитос. Корней зазвездился, говорят. Никитка! Ой! Пашка не оклемается! Пашка не оклемается! Да-да, Никита, Паша с своим челленджем. Подсмотрел, подсмотрел. Свое придумай что-нибудь, Паша. Паша, Паша. И кто за Никиту, ставьте лайк, кто за Корней, ставьте лайк. Это Севкина тема. Севкина школа, вон она. Было. Подожди. Шайба в воротах? Шайба в воротах? А? Мы типа давно знакомы, там вот это все. Последний блин, Никитос. У нас же дружеская игра, понимаешь? Я говорю. Ой. Продолжаем. Будет ли фон... Нужен фон бет овертайм. Фон овертайм. Вот. Ой! Да забитой! Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Паша, Паша. Руки быстрые. Паша, Паша. Я не оставлю это просто так. Давайте, у нас время до хера херней заниматься. Будем забивать все. Нам совершит оплошность. Тоже это сделай. Ой-ой-ой! Егорик! Егорик посыпался, что ли? Вот она! Нет, давайте сыграем на все поле один на один. Еще в дружеской победе одержала победу Никита Филатов. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. И мы совместно с Никитой разыгрываем. Никита, все разыгрывай. iPhone 15 Pro от Никиты Филатова. Это будет сюрприз. Один приз от Никиты. Маечка, конечно же. Анжелик, привет. И от нас будет маечка, ребят. Ссылочка внизу на розыгрыш. Обязательно участвуйте. Подписывайтесь на канал Хоккей Бразерс. Подписывайтесь на канал от Хоккей Брат. Ребят, делают очень крутое шоу. Телеграм Никитоса. На телеграм будет Корней. Не подписывайтесь, только отписывайтесь. Ребят, с вами были Хоккей Бразерс. Ну ладно, подожди, Никитос, как тебе вообще? Как тебе вот эта атмосфера? Ты же смотрел выпуск по-любому? Пропатил. Кайф? Веселее, чем с экрана смотреть? Мы участвуем всегда веселее. Спасибо, что позвали. Было реально круто. Спасибо, дорогой. Просто больше некого, на самом деле, было. Да это я так и понял. Что в такое время? 4 утра. Нам делать нечего, в улитов бить по ночам. Ребят, с вами были Хоккей Бразерс. Всем пока.